сегодня с вами совместная работа. Итак, уважаемые журналисты, находимся на третьем объекте. Это реконструкция коллектора, восстановление дорожного покрытия по улице Казарцева. 4,4 миллиона гривен выделил областной совет из экологического фонда на эти работы. В районе 500 тысяч – это участие нашего местного городского бюджета. И мы видим, что уже сейчас отремонтировано дорожное полотно, восстанавливается тротуар. Освещение, информационные таблички, ограничивающие движение. Возможно, если напишут горожане обращение на местного головы, лежачие полицейские. И очень сильно надеемся, что вся стрельмота, вся общественность, жители этих близлежащих домов приобщатся к акции «Сделаем свой город лучше» весной и осенью этого года. И мы вместе наведем порядок на этой прекрасной большой зеленой зоне, чтобы в следующем и там. Это я обращаюсь к старшим домам, которые держит эту инициативу машет головой. Я жду. Я приеду с саженцами, приеду с коммунальщиками, приеду с ведрами, приеду с граблями. Но если от вас не поступит жильцам, конечно, жильцам, мы приедем, но инициатива должна быть со стороны жильцов. Вот если будет такая реакция, дальше будем сотрудничать с частью благоустройства. Договорились? Спасибо. Теперь вопросы журналистам по данному участку нашей работы. А по квадратуре, сколько квадратных там метров этой плитки будет уложено? У нас 800 метров погонных тротуара, порядка 1700 квадратных метров тротуара будет уложено. Я думаю, что с тротуаром мы за 2,5 недели уже закончим реконструкцию. Данный объект у нас готов на 95%, уже сейчас мы начинаем предварительно закрывать акты по данному объекту. Я думаю, что до 1 сентября у нас полностью реконструкция Казарцева будет завершена.